Здорово, пацаны, в этом ролике я снова составляю топ-5 лучших игр для вашего Android и iOS устройства, от которых вы просто офигеете. А именно, эти игры рассчитаны на дрифт, на хасанство и на аперскую езду, как мы все с вами любим. И я желаю вам приятного просмотра. И также, чуть не забыл то, что в данном видеоролике специально для вас я разыгрываю 100 рублей на ваш Kiwi кошелек. Для того, чтобы их получить, вам всего-то нужно подписаться на мой каналчик, поставить лайк и написать абсолютно любой комментарий по теме данного видеоролика. Итоги будут в следующем видео. Первой в нашем топе расположилась игра под названием Voyage 4, которая знакома по-любому каждому из вас, потому что это тот самый симулятор водилы, в который почти каждый играл, по моему мнению. Игра реально достойна вашего уважения, потому что там имеется просто гигантская карта, там имеются работы, там имеется трафик, благодаря которому можно похасанить, пошашковать, имеется огромное количество машин, но по-любому вы там не соскучитесь. На втором месте нашего топа располагается игра под названием Барвиха КРМП. Это та игра, в которую я сам играю, и она мне реально очень сильно нравится. В этой игре вы можете почувствовать себя как каким-то полицейским, так и бандитом, который будет ездить на своей шестерке и реально грабить каких-то игроков. Тут имеется огромное количество работ, огромное количество машин, которые подойдут под вкус каждого из вас. И, ребят, реально игра достойна вашего уважения. Обязательно заходите на 7-й сервер Luxury. После этого вводите мой промокод, а именно это хэштег Bestic, и на деньги, полученные с него, покупайте свой первый автомобиль. Ну а мы идем далее. И именно сейчас я вам расскажу про игру, которая была забыта временем, и, честно говоря, она хочет вновь возродиться. Это игра под названием Drift Zone 2. Возможно, каждый из вас знает эту игру как обычный дрифт-симулятор, но если посчитать то, что этой игре насчитывается уже более 4 лет, и посмотреть на эту графику, я просто не представляю себе, как 4 года назад можно было сделать графику, которая остается актуальной по сей день. В этой игре имеется огромное количество трафиков, карт, также имеется огромное количество машин, которые вы можете подобрать себе по вкусу. Я просто не перестаю балдеть от данной игры. На четвертом месте нашего топа располагается игра под названием RSD, а именно это Russian Car Drift. Возможно, вы вспомнили эту игру как упавшую с неба звездочку, которая реально просто прекрасная. В эту игру я сам когда-то играл, я просто в ней залипал дни напролет. Там имеется огромное количество машин, огромное количество карт, ну хотя их всего 3, ну ладно. И, ребят, игра реально очень годная, в ней доступен мультиплеер, то есть вы можете зайти и поиграть своим другом. Я реально советую вам в нее поиграть и просто похасанить. На пятом месте нашего топа я расположил игру, про которую просто никто не знает, но самые внимательные зрители, которые меня смотрят до конца, реально о ней узнают. Это игра под названием Rally Fury. Она ни на что не похожа, она просто индивидуальная. То есть это реальная игра, в которой имеется раллийный трек, вы покупаете машину, прокачиваете ее и после выезжаете на этот трек. Я надеюсь, вы знаете, что такое ралли, и вам никаким образом это не нужно объяснять. Реально просто игра шикарнейшая, так что обязательно заходите и чекайте ее. Ребят, в данном видеоролике я вам показал 5 игр, которые реально достойны вашего уважения. Напишите сейчас в комментариях, какая игра вам понравилась больше всего и почему. Мне кажется, то, что нам нужно заканчивать наш топ, так что с вами был Bestic. Обязательно подписывайтесь на мой каналчик, ставьте лайки. И победителем с прошлого розыгрыша у нас становится вот этот вот челик. Отпиши мне в ВК с доказательствами, чтобы получить свой приз. Всем удачи и всем пока-пока.